За сколько времени можно набрать 1000 подписчиков? Сереженька, отвечаю. 1000 подписчиков можно набрать за 1 час, а можно набрать за 1 год, а можно вообще никогда не набрать. Это не зависит от времени, а напрямую зависит от того контента, от той полезности вашего контента, который вы даете. Например, вы рассказываете о том, как правильно почистить кухню, как такие лайфхаки, полезные советы для домохозяек, которые там, допустим, да, там, допустим, 15 советов, как отмыть раковину без моющих средств. Или там 6 советов, как сделать яичницу без масла. Там, ну, какие-то такие полезные, интересные, быстрые, эффективные советы, которые помогают экономить, это полезный совет. Да? И, соответственно, когда и размещаете свой контент где-то на, в группе, на форуме или даете на него рекламу, таргетируясь на женщин, домохозяек. Они смотрят, думают, о, классные видосы, подписываются на вас. Вы можете снимать, делать игру, как вы играете в Майнкрафт. И играть там, не знаю, делать там летсплей, игры туда-сюда, и это все будет очень долго, марудно, и вы не наберете никогда. Ну, или наберете со временем, когда никто не знает. Либо вы можете просто взять рекламный бюджет, да, записать там 10 полезных видосов, пустить рекламу, и вот по статистике, то есть у вас будет из 100 тысяч просмотров, у вас, если при хороший, вот тут много если. Если у вас хороший контент, если у вас хорошо настроена реклама, если у вас выделена целевая аудитория, если вы решаете проблему вашей целевой аудитории, то они будут смотреть и подписываться. Если вы будете их приглашать прямо в видео подписываться, если вы будете какой-то давать пряник. Ну, например, да, если вы подпишетесь на мой канал, то я пришлю вам чек-лист, как быстро убрать кухню там. Или там какие там, ну, условно, да, чек-лист о том, какую аптечку взять перед поездкой с ребенком на море. Все, подписались, чек-лист получили, условно. Поэтому вопросом такой, условно, равно, как быстро я заработаю 1000 долларов, зависит напрямую от того, кто вы, что вы, что вы делаете, что вы делали до этого, сколько вы до этого зарабатывали. Потому что если вы сидите у мамочки на шее в деревне там Глушкович, Лещинского района, и ничего не делаете, бьете баклушки, то, ну, ответ никогда. А если вы Некрашевич, и у вас 18 тысяч рублей консультация, то как быстро вы заработаете 1000 долларов, ну, спустя там, не знаю, 5 консультаций. Все. Понятно? Понятно.